Всем приветики. Ну вот, наконец-то я решил сделать обзор на эти две розеточки, потому что я, в конце концов, раздобыл еще один телефон. Ведь, чтобы сделать обзор, мне нужно показать, что происходит с розетками в тот момент, когда я ими управляю на телефоне. Ну и сделаю обзор сразу на две розетки. На вот эту, которую я покупал первой, распаковку, вы ее уже видели. И на вот эту, которую я покупал второй, ее распаковку вы тоже уже видели. Выглядят и на вид они одинаково. Но программа, которая ими управляет, разная. Я не знаю, где хранится программа, внутри розеток или где-то там на серверах, к которым они подключаются. Но программа у них разная. И в этой розетке она получше, в этой похуже, в ней меньше настроек. Работают они через Wi-Fi. Когда включаешь их в розетку, они... Если Wi-Fi нет, ничем не горят. Когда включено, то горят красным здесь. Ярче, там хуже. Там тусклее. Чем мне, кстати, эта розетка и не понравилась, когда я сразу купил, тем, что она горит тусклее, и тем, что она как-то медленнее реагирует на Wi-Fi. Это быстрее. Но потом, ну, я из-за этого расстроился, но потом, когда я ей попользовался, я, наоборот, обрадовался, что я купил именно другую розетку. Потому что в ней программа лучше. Я специально сначала брал другую, чтобы... Если вдруг с этой что-то не так, с серверами этой что-то не так, то, возможно, здесь будет работать. Потом расстроился, что она тусклее, медленнее подключена. Ну, на Wi-Fi реагирует. Но теперь я, наоборот, рад, что купил другую. Оказывается, у них программа разная. Возможно, если куплю третью от другого разработчика, то там, возможно, третья программа будет. Вот. И они горят красным. Когда нет Wi-Fi, ничем не горят. Когда есть Wi-Fi, горят синим. А когда есть Wi-Fi и они включены, то горят и красный горит, и синий. Это получается какой-то такой розовый. Сейчас Wi-Fi нету, они не горят. Я включу Wi-Fi, и они загорятся. Ну, теперь я Wi-Fi включил, и, как вы можете видеть, они уже говорят синеньким. То есть, говоря о том, что у них есть соединение с Wi-Fi. Когда нажимаешь «включить», уже горит и красный. И вместе синий с красным такой розовенький. А на той красном почти что и не видно. Вот. Далее, что вам нужно сделать, чтобы ими пользоваться? Вы берете телефон, скачиваете программу Smart Life, еще есть Toya Smart программа, но я... И еще какая-то третья есть. Но я пользуюсь Smart Life, тем более, что он даже указан везде. И здесь в инструкциях Smart Life, и на коробке Smart Life. То есть они как-то больше с Smart Life дружат. И когда вы запускаете программу, он говорит, вы можете либо войти, либо зарегистрироваться, либо без регистрации продолжить пользоваться, но тогда вам будут недоступны какие-то функции. Вот, но я не знаю, что там за функция, я пользуюсь без регистрации. Здесь вам говорит, что можно добавить устройство, нажав на плюс. Вы нажимаете «Понял», нажимаете «Плюс», розетка Wi-Fi. Далее... Ой, я думал, там пароль покажет. Далее, ваш телефон должен быть подключен к Wi-Fi, к которому вы собираетесь подключить розетки. После чего вводится имя Wi-Fi и пароль. Пароль я сейчас введу. Вот я ввел пароль, дальше вы нажимаете «Далее». Оно говорит, что нужно нажать уже «Держать кнопку». Ну, после 10 секунд... А, нет, я забегаю наперед. Сначала вам нужно после отключения подождать 10 секунд, потом снова включить, потом нажать и удерживать кнопку 5 секунд. После чего начнет мигать синим кнопочка. И когда она мигает, тогда вы, значит, все сделали правильно. Нажимаете «Продолжить», и она начинает искать розетку. Сейчас она сохранила ваши данные, логин и пароль, для того, чтобы все перестало мигать, значит, подключилось уже, вот. И оно вам показывает. Оно... Для чего это делается? Для того, чтобы передать ваши логин и пароль, которые вы добавили в саму розетку, чтобы она их запомнила и смогла потом сама подключаться к вашему Wi-Fi. Вот, вы добавляете одну розетку. Если их у вас, как у меня, две, вы добавляете сразу же и вторую. Ну, опять нажимаете на плюсик. Розетка Wi-Fi. Я убрал, чтобы не показывать пароль.
потому что оно пароль сразу показывает, старое введенное, оно уже помнит и сразу почему-то его показывает. Хотя логичнее было бы не показывать, вдруг ты перед кем-то вводишь. Нажимаешь «Далее», после чего оно тоже говорит, что нужно 10 секунд подождать, но я не знаю, зачем ждать. Мне кажется, можно не ждать, сразу нажать и удерживать 5 секунд, пока там не начнет мигать. Потом, когда начал мигать, нажимаете «Вперед», соглашаетесь, что да, оно мигает быстро. После чего? Оно что мигает? Просто там такая слабая подсветка, что я не вижу ничего. Вроде не мигает. Ну да, не мигает. Вот. Вроде бы там что-то происходит. Все, начало мигать. Просто там так тускло светится лампочка, что я даже не понял, мигает она или не мигает. Вот по сравнению с этим, ее даже при свете видно, а это не особо. Вот, нашло. Добавлено. Теперь у вас два устройства добавлено. И теперь вот можно сразу заметить разницу. Оказывается, у них двоих розеток, хоть они на вид одинаковые, разная программа. То есть вот в этой розеточке, вот она, Wi-Fi Plug, первая розеточка, у нее такая красивая программка с таким красивым выключателем. Вот она включается, вот она выключается. Сейчас я принесу лампочку, чтобы нагляднее было. Вот она лампочка, нажимаете, и включилась. Нажимаете, выключилась. То же самое и в этом. Нажимаете, включилась, нажимаете, выключилась. Но, как бы, есть отличие. Получается, вот эта вторая розетка, здесь никакого графического интерфейса нет, просто либо черная, либо синяя с белым. Все. Ну, и что, здесь какие функции в этой розеточке? Которые мне не нравятся по функциям. Так-то по работе они две нормально работают. Но вот по функциям это первая покруче, у этой поменьше функций. Соответственно, она мне меньше нравится. Несмотря на то, что у нее ярче все горит и все такое, эта розетка получше, потому что у нее функций больше. А то, что как она там горит, на это ты смотришь только тогда, когда ее подсоединяешь первый раз. А потом ты на это даже особо внимания и не обращаешь. В общем, здесь какая функция? Включить-выключить просто. И она зачем-то еще сюда вынесена, эта функция включить-выключить. Таймер. Причем всего один таймер, который ты добавляешь. У тебя здесь время включения есть. Ну, ты когда, сколько раз его повторять, по каким дням. Заметка, если тебе нужно уведомление, и функция включить, либо выключить. То есть ты добавляешь таймер на включение. Вот ты вот так включаешь, либо выключаешь. Чтобы тебе его выключить, тебе нужно добавить еще таймер на включение. Ну, то есть, если ты добавил таймер на включение, а тебе потом нужно еще, чтобы оно выключилось, тебе нужно добавить второй таймер на включение. Или на выключение. И еще есть счетчик. Ты здесь просто задаешь время, и через это время розетка либо выключится, если она включена, либо включится, если она выключена. Но, кстати, разница в таймере и в счетчике в том, что таймер работает только, если розетка подключена к Wi-Fi. Если она не подключена, ну, если вы задали время, интернет пропал вдруг у вас на Wi-Fi по какой-то причине, оно не сработает. А таймер, даже если интернет пропал, а таймер задан в розетке в тот момент, когда интернет был, то он сработает все равно, даже если интернет пропадет. И функция еще электрика, то есть посмотреть, сколько киловатт, какой был расход по киловаттам. В зависимости от того, сколько она была включена, она считает, какой был расход. Все, это все функции этой розетки. Переходим к этой розетке. Вот, во-первых, интерфейс такой поприятнее. Такая графическая кнопочка. Там просто кнопочка из цветов состоит. Черно-белая с синим. А здесь реально такая графическая кнопочка, уже приятнее. Плюс таймер. Здесь таймеров побольше. Таймер. Тоже счетчик, как там. Плюс таймер. Как там времени, когда нужно включиться, по каким дням. Такой же, как там. Получается, вот они. Те две функции, которые там. Счетчик, через сколько включиться, выключиться. И таймер. А еще есть такая вот штука.
одной задачей, в какое время включиться и в какое время выключиться. Правда, я не знаю, что значит start duration, но если он 0 стоит, оно не срабатывает. Оставишь 1 минуту, оно работает. Что дальше, я не знаю, не пробовал. Но есть такая штука, что одной функцией оно будет включаться и выключаться. А в той розетке нужно 2 функции задать. Одну на включение, другую на выключение. Еще есть функция рандома. То есть ты задаешь время включения, время выключения. И оно в этом промежутке времени в рандомное время включится и в рандомное время выключится. Я задавал на час. У меня, когда было задано время, через 10 минут от заданного времени включилось. И за 5 минут до заданного времени выключения выключилось. Но, я так понимаю, время всегда будет разное, то есть рандомное. Ну, то есть тоже такая прикольная функция. Еще есть астрономикал, то есть что связанное с астрономией. Sunrise, sunset, видимо, восход, заход, что-то такое, я не знаю. Я этим не пользовался никогда. Ну, в общем, здесь таймеров побольше. Тоже электрика есть, сколько оно работало в зависимости от того, ну, сколько, какой расход по киловаттам в зависимости от того, сколько оно было включено. Плюс еще есть настройки, которых нету во второй розетке. Во-первых, можно посмотреть историю включения и выключения, когда она включалась, когда выключалась. Плюс есть такая штука, что делать, если пропадет напряжение. То есть, если пропадает напряжение, оно будет... Что будет, когда оно появится? Розетка будет либо в выключенном состоянии, либо во включенном, либо оно запомнит последний статус. Если было включено, значит включится. Если выключено, то выключится. Хотя у меня эта функция как-то плохо работала, поэтому я сдал именно конкретную функцию. Еще switch overcharge, то есть защита от перезарядки какая-то или что, я не знаю. Ну, то есть хотя бы то, что здесь есть возможность задать настройки, что будет при пропадании напряжения, вот это уже круто. То есть здесь функции реально побольше, чем в той розетке, во второй. И они покруче, и интерфейс вообще покруче. Но, кстати, таймеры работают именно, когда Wi-Fi включен. А без Wi-Fi работает только вот этот вот счетчик, который ты задаешь, именно вот так вот время, оно где-то там в розетке само считает. Ну, то есть, когда ты просто задаешь счетчик, через сколько работает, например, час-два, оно, видимо, это время часы считает внутри розетки. А если ты указываешь время, то время оно синхронизирует, видимо, по Wi-Fi, и без Wi-Fi оно не работает. Также и розетки тоже. Если у вас Wi-Fi вдруг пропадет в доме, то, соответственно, вы не сможете их ни включить, ни выключить. Либо если у вас Wi-Fi не пропал, но вы, например, не оплатили Wi-Fi, и интернет, хоть они подключены к Wi-Fi, но интернет не работает из-за того, что вы его не оплатили, вы тоже не сможете подключиться. Либо раз у вас там какие-то у провайдера технические работы начнутся на линии, то тоже вы не сможете им управлять. Или сервера, к которым эти розетки подключаются, то, ну, по какой-то причине выйдут из строя, там, они же подключаются к каким-то серверам, там, куда-то там. Вы здесь нажимаете на телефоне команду «включить», команда передается на сервер, а розетка, подключенная к этому серверу в данный момент, видит, что пришла команда «включиться», и тут же включается. Если вот тот сервер упадет, или заглючит, или там интернет пропадет у того сервера, то, соответственно, вы тоже с ними ничего не сможете сделать. Но пока что у меня никаких проблем с ними не было, и я надеюсь, что и не будет. Ну вот программа у этой розетки реально покруче, чем у этой. Вот, поэтому я доволен, что я взял именно другую розетку. И это вот именно те параметры, которые вы можете настроить в самих розетках. То есть вот они, первая розетка и вторая. А есть параметры, которые вы можете настроить вообще для всех розеток. Это вот сценарии какие-то, ну типа скрипты, которые будут автоматически выполняться, либо мгновенно. Я пытался здесь настроить, но у меня еще не получалось. То есть, например, при изменении местоположения, например, когда вы уходите от дома, например, само все выключится, или когда вы приходите, само все включится. Но у меня не получалось. Я пробовал настроить так, чтобы когда напряжение будет 220 вольт, чтобы розетка выключалась. То есть вот она включена, и нажимаю сценарий, создаю. Если 220 вольт, она должна выключиться. Но она почему-то не выключалась, хотя 220 вольт здесь точно есть. И даже больше. Почему так? Я не знаю. Может, я что-то неправильно сделал. Не знаю. Но вот создавал сценарий, включил розетку. Нет, создавал сценарий другой. При включении, если розетка включена, выключить ее. И когда нажимал кнопочку «включить»,
Она моментально выключалась. Такой сценарий я создавал. Вот он работал. А вот именно по напряжению почему-то не работал. Я не знаю, может, я неправильно что-то делал. Ну, в общем, с этим тоже надо разбираться. Удобно, кстати, что можно не заходя сюда прямо внутрь этой розетки, можно прямо вот так вот включать их и выключать кнопочками. То есть, если у вас здесь много розеток, вы можете так вот пальцами пройтись, все включить или все выключить. И вот, когда я создал такой сценарий, типа, если оно вдруг включено, то выключить. Я когда нажимал здесь включить, ай, почему оно заходит? У меня пальцы, видимо, не туда нажимают. Когда я нажимал здесь включить, оно тут же автоматически само выключалось. То есть, сценарий работал. Но по напряжению не срабатывало. Не знаю, может, я что-то неправильно делал. Ну, в общем, в сценариях надо разбираться. Там еще профиль есть. Если вы зарегистрируетесь, то там что-то в профиле есть. Но я не регистрировался, поэтому не знаю, что там в том профиле. Не могу ничего сказать. Вот такая вот программка. Довольно-таки классная штука. Удобно, что вы можете, находясь в любой точке мира, у себя в том месте, где у вас стоят розетки, включить их либо выключить. Это очень круто. То есть вы можете быть очень далеко от дома, например, но включить, например, отопление или освещение. Или, например, у вас что-то подключено к умной розетке, вы ушли и вспомнили, а я же забыл выключить. Достали телефон, выключили через телефон. Удобно. Или даже просто, банально, вы можете лежать на кровати дома, лазить в телефоне, при этом у вас светильник какой-нибудь настольный, который далеко от вас находится, в конце другой комнаты подключен, включен и светит, а вы не хочется вставать, чтобы выключать его. Но при этом он подключен к умной розетке. И вы после того, как полазили в телефоне, собираетесь спать, не вставая, берете, вот он у вас включен, светильник, нажали кнопочку, он выключился, все, вы выключили телефон, легли и дальше спите, и вам не нужно вставать и выключать этот светильник. Удобно, кстати. И вообще можно что угодно подключить. Отопление, например, освещение. Вот весь этот удлинитель можно подключить не в розетку, а в умную розетку. И тогда все, что будет подключено в этот удлинитель, все 5 устройств будут по нажатию одной кнопочки сразу включаться. Это круто. Это реально круто, то, что есть такие вот возможности. Мне прям нравится. Я, может быть, еще один себе закажу. Одну умную такую розеточку. В такую. Потому что мне понравились ее настройки. Жалко, что нельзя на Алиэкспрессе посмотреть, какие там настройки. Такую бы розетку я бы еще раз не взял, потому что у нее мало настроек. А такую я бы взял, потому что у нее много настроек. А если есть какая-то розетка, где еще больше настроек, я бы лучше ее взял. Вот такие вот делишки. Ну и вроде бы на этом все. Розетки я вам показал, как их индикаторы работают, рассказал. Про программу, как ей пользоваться, как к ней подключаться, рассказал о том, что бывают разные программы, рассказал, показал. Какие внутри функции есть, тоже рассказал, показал. Сценарий, ну там надо разбираться. В профиле, ну кстати, можно голосовыми командами как-то их активировать, но это я не изучал. И вообще, наверное, надо профиль зарегистрировать. У меня турист какой-то, но это сам профиль автоматически создался гостевой. Ну, в общем, есть здесь какие-то моменты, с которыми нужно разбираться. Ну, вот Alexa — это голосовой помощник, Google Ассистент — голосовой помощник. То есть их даже можно голосом активировать. То есть привязать к этому сервисы сторонние голосовые. Голосом говорить, например, Google Ассистент, включи там розетку Smart Socket или назвать ее как-то по-другому. Ее, кстати, можно переименовать, там есть такой карандашик. И тогда он включит вот Smart Socket. Ну, это я не пробовал, не знаю, это уже разбираться будет тот, кому это нужно, мне это не нужно. Сценарии тоже есть всякие. Но вообще, именно нужно учитывать то, что у каждой розетки своя программа. И такая вот программа мне больше нравится, чем предыдущая. Потому что в ней практически нет никаких... Здесь всего 2 таймера. Здесь в этой розетке можно ее просто включить-выключить, и 2 таймера, все. Здесь... Помимо того, что включаешь-выключаешь, еще есть настройки и куча таймеров. Поэтому эта розеточка первая все-таки получше будет. Вот. Ну, а на этом все. Такой вот обзорчик. Так что, такая вот умная розеточка. Удобная, крутая вещь. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.